Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита, и вы на канале «Наш любимый питомник». Сегодня у нас воскресенье, и у нас сегодня день выставки. Мы приехали с нашими шпицами, так что покажем вам голландскую выставку. Вот они, мои хорошие, Габи и Пеппе. Вчера Ариэл их сам стриг и мыл, и сушил. Не очень вышло. Ну, вышло не очень, но ты начинающий грумер, поэтому мы решили так. Потому что наш грумер не смог приехать, поэтому мы постригли их сами. Да, красотуни. Пищат, красотуни. У меня получилось совсем чуть-чуть поснимать ринг. Было достаточно много народу, и перед нами тоже стали люди. Не было возможности такое особо сделать фильмы. Вот вам кусочек голландского ринга. Конечно, мы тоже еще переживали, как наши собаки себя поведут. Мы не так часто ездим на выставки, учитывая, что недавно, да, у нас достаточно недавно появились собаки. И последние 2 года выставок как таковых-то в принципе не было. Только в этом году, в 22-м, начался сезон выставок, что стали проводить выставки в Голландии и в Бельгии, чему мы, конечно, очень рады. Поэтому не получилось, конечно, много поснимать. Ну вот, я вам тоже решила показать саму выставку, как это все выглядит здесь. Нам очень понравилось. То есть везде стоят клетки, такие стулья, как на отдыхе. Клетки с собаками, люди сидят, пьют кофе из термоса, смотрят друг на друга около рингов, кучкуются, так скажем, рядом. Также было много магазинов, вот вы видите, я поснимала, которые предлагали самые разнообразные товары для животных, и ринговки, и какие-то инструменты, и лежанки, все что угодно. Было очень-очень интересно, нам очень понравилось. Мы походили, посмотрели, вот это уже время после нашего ринга, после того, как мы поучаствовали в выставке, мы взяли наших девочек и решили пройти посмотреть на других собак. Вот как это все выглядит. Видите, люди даже сидят с раскладными столиками, со своими собаками, и получается такая турбаза практически. Наши красоты. Красоты, 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 красоты. В этом ангаре также температура тоже была адекватная, хорошая, можно было ходить без куртки, то есть было достаточно тепло, но не было душно, что прям вот человек там задыхается. Нам все очень понравилось, действительно, впечатления от выставки остались самые-самые положительные, очень много эмоций и очень много красивых породистых собак в одном месте. Это действительно приятно смотреть, когда породистые собаки идут по вот этому ангару, или их показывают в рингах, красиво одетые владельцы. Ну, это действительно очень красивое шоу. Больше всего, конечно, мне понравились ирландские волкодавы. Я видела мужчину такого небольшого роста, достаточно скромной комплекции. У него было 6 ирландских волкодавов. Я вам сюда, наверное, фотографию вставлю, как выглядит эта собака. И 6 поводков. И вот они вышагивали впереди, и он шел за ними. Это, конечно, зрелище просто впечатляющее было. Нам очень понравилось. Мы также были хорошо подготовлены. Мы тоже взяли с собой кресло, взяли с собой клетку, чтобы наши девочки могли спокойно отдохнуть перед рингом, чтобы они не нервничали. Потому что, конечно, такая концентрация собак в одном месте – это лай. Это какие-то писки, визги, много разных запахов, поэтому мы ограничили тоже наших собак. Они сидели спокойно в клеточке, ждали своей очереди, чтобы у них не было никакого стресса. Также у нас мы тоже взяли и кофе, и чай. Спокойно сидели. Такая, так скажем, экскурсия у нас была, потому что сидишь около ринга, ждешь своей очереди. Перед нами были сибирские хаски, мы тоже посмотрели. Действительно очень красивые тоже собаки. Ну, мне все нравятся собаки, честно говоря. И потом мы смотрели на шпицев, поскольку наши девочки, наш ринг был практически последним. Сначала были мальчики, щенки, да, промежуточный класс, открытый, ветераны и так далее. Мы были одни из самых последних, поэтому нам удалось посмотреть, так скажем, все разнообразие шпицев. Все было очень приятно и красиво. Вот, друзья, мы уже вернулись с выставки, поехали погулять с Мией. Ариэл тоже ее тренирует к рингу. Ну, пока так, просто без вкусняшек, чтобы она ходила. Мия, кстати, должна немного устать, чтобы хорошо ходить. Сейчас она полная энергии, поэтому она так прыгает. Но нужно немножко укатать.
Она прыгает. Ты не конь, ты собака. Давай. Собака-конь. Потому что обычно мы с Мией тренируемся, когда она уже уставшая, и тогда она вообще абсолютно спокойно бегает. Сейчас вот хорошо тоже идет, бежит. Вот так проходят выходные заводчика собак. Постоянно занимаешься собаками. Выходной не выходной, как говорится. Ну, это наше хобби. Нам нравится заниматься собаками. Тут здесь то выставка, то груминг, то щеночки. Всегда что-то происходит, всегда интересно. Ну и, конечно, собаки дают позитивную энергию тоже. Это всегда плюс.